привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 24 января, и я вот пришла лотки брать в теплице, посмотрела на градусник, 22 градуса тепла. Вот это воочию все имущества вот моей придомовой теплицы. Когда я зимой объясняла, что это очень удобно, это очень хорошо, но люди не могут понять, что сейчас я рано посею, когда спрашивают, а зачем вы рано сеете? Ну, потому что у меня есть условия. Сейчас я рано посею, вот только-только немножко вырастут росточки, и уже в феврале, в начале февраля, здесь 23, 25, 27 градусов, я буду выносить свою рассаду, и она, можно сказать, будет у меня произрастать в нормальных, в таких природных условиях. Конечно, не на все, не на целые сутки, там, на 2, на 3 часа. Вот как солнце выходит, я выношу, солнце прячется, я заношу. Вот эти два лотка, это несложно вынести, поставить. Но какое качество рассады, она на солнце толстеет, такая зеленая, хорошая такая. Вот, конечно, когда я говорила, что я прорубила, попросила мужа, он мне прорубил дверь, что мы вот это все прилепили, пристроили, это не очень, ну как, для дома не очень красиво, может быть, не очень удобно, но для рассады, во, сейчас январь, февраль, она у меня будет здесь принимать солнечные рассады, вот поэтому и сею рано, потому что у меня есть условия. Все, вам желаю тоже нынче успешно начать сезон, у меня хорошее настроение, нынче начинается вот сейчас, завтра, послезавтра, вот сейчас лотки занесу, будем сеять, будем начинать новый сезон, все, до свидания, с вами Ольга Чернова.